Юрий Дмитриевич. Да. Ходили недавно на соревнования по рестлингу? Ходил. Какие впечатления? Впечатления своеобразные. Ну, начнем с того, что такое рестлинг вообще и чем он отличается, например, от бокса. Или дзюдо, карате, борьбы, наконец. Вроде и там выходят соперники один на один. Так вот, в боксе главное матч и только матч. Рестлинг же сначала создает такую ауру, нагнетание, как в фильме. То есть в фильме показывается не просто, как кто-то кому-то пришел, что-то сказал, один другого побил или убил. Пересказ факта, по сути, документальное кино. Художественно показывается, почему наш герой пришел к другому, почему возник конфликт, мотивация и так далее. Вот в боксе матч начался, боксер вырубает другого там в 10-м раунде, в 1-м раунде или на первой минуте. Все отлично. Для рестлинга такое неприемлемо. Там наоборот. Нужно создать историю между двумя персонажами. Конфликт, нагнетание. Это различные, вроде как, интервью с поливанием грязью, ролики, где двое пересеклись и начали замес. И кульминация – это как раз бой на ринге. Или несколько боев, которые могут продолжаться месяцами, а то и годами. Есть хороший персонаж фейс, есть отрицательный хил. Чтобы лучше болели за одного и сильнее ненавидели другого. В боксе такое есть, но редко. И то обычно среди очень громких имен. Так вот, недавно, 27 мая, сходил на российский рестлинг. Решил, так сказать, окунуться. Во что сейчас расскажу. Говорят, рестлинг это не по-настоящему постановка. Говорят. В театре тоже постановка. Ромео и Джульетту, например. Каждый раз одно и то же. Всякие эпатажные ремейки я не рассматриваю. Герои по-настоящему не убивают, не умирают. Несчастные случаи, конечно, не в счет. И люди смотрят. И я смотрел, было дело. А то, что на спортивной площадке, на ринге, предлагаю посмотреть фильм «Рестлер» с Микки Рурком в главной роли. Кстати, хорошая картина. Особенно мне запомнился эпизод, где Рурк и какой-то бородач как раз, да, договариваются, кто, кого, в каком порядке, чем будет бить. И как это смотрится со стороны. И что потом стало с героем Рурка, Рэнди Робертсоном, предлагаю посмотреть. Ладно, так как тут имеет смысл знать о событиях предшествующих, то я подумал, негоже тупо идти смотреть что да как. Посмотрел в интернете предыдущие соревнования. Ну, что сказать, впечатления смешанные. Позже объясню. Есть в рестлинге, так же как и в кино, в театре, актеры, ну, борцы первого плана, второго, есть статисты. То есть, кому можно доверить главные матчи, ради которых и пришли зрители, а кому только разогреть публику. Так вот, начальные матчи особо не запомнились. И от этого запомнились ляпы. А именно, когда боец с, не знаю, погонялой, Коля Сиплый, я ожидал видеть типичного гопника 90-х или нулевых, получил в пах от Антона Юдина, который вообще не по-спортивному одет. А что так, можно? Прямо в пах. Ну, судья отвернулся. А когда повернулся, он не понял, что ли? Напоминает, знаете, футбол, когда мяч дважды пересек линию ворот, но судья гола не видел, нет. К тому же этот Сиплый как-то быстро встал. И затем так втащил с локтя, что этот Юдин не поднялся. Кстати, оказался потом перелом челюсти, сказали. Опять разница между наигранно изображать боль или реально получить. Сиплый победил, что очевидно. Далее был длинный, но очень затянутый момент, когда объявляли, что какого-то матча не будет. Очень все долго было. Еще какие-то дети выкрикивают с мест. Ладно, пропускаем. В общем, затем был матч Антона Дерябина и Дмитрия Орлова. Хочу заметить, что разница в весе весьма внушительная у ребят. Чем, опять же, рестлинг отличается от того же бокса. Там категории море. Сейчас точно, конечно, не скажу. Ну, допустим, до 60 килограмм, до 66, 71 и так далее. Вот у Антона и Дмитрия категории 4, наверное, разница. Но матч проходил, причем на равных, что удивительно. Бой, кстати, был неплохой, хотя и короткий. Затем дрались вроде как футбольный фанат Валерий Хамов и некто Максим Кремнев. Вроде как блогер, хотя ни разу с ним ничего не видел, хотя и так-то никого и не смотрю. Хамов, как уже сказал, околофутбольщик, ну образ я имею в виду.
А дерутся они много и часто. Но он применял скорее болевые, удушающие сальто, неожиданно. Быстрый, юркий, прыжок за ринг. При этом, правда, почти промахнулся, но было зрелищно. Этим и запомнился, а победил Кремнев тоже неожиданно. Следом прошел матч за чемпионство Москвы. Интересный персонаж сэр Салливан. Вроде как ирландец, но почему-то в маске. Это обычно у мексиканцев принято. Против него вышел сам чемпион Вертиго. Выход весьма интересный. Лазерное шоу. Кстати, на экране демонстрировался кадр из фильма «Чужой» Ридли нашего Скотта. Очень атмосферно. И матч начался. Но тут, внезапно, по ходу матча врывается Тим. Типа «злой американец». Почему-то, правда, без акцента говорит. Какие ваши доказательства? Да-да, кокаином. Ну, в общем, почему-то матч остановили. Опять вопрос к рефери. Какая причина? Ну, вышел. Какая разница, кто вышел? Зачем вышел? Зачем его пускать на ринг? И этот американец Тим говорит чемпиону Вертиго, я тебе помочь хочу. И матч начинается заново. Странно, мягко говоря. Это кто угодно может выйти, ворваться в бой. Что за бред вообще? Вот этим рестлинг и огорчает. Но там же было видео в начале. Да, они там договаривались, вроде как никого не видели. Оператор так беспалево снимал, совсем беспалево. Но в итоге не договорились. А на ринге какая-то клоунада. То судью отвлекут, то говорят, что я, мол, не при делах, то руку соперника к канату притянет. В общем, типичный в нашем понимании, понимании нашего народа. Злой, подлый америкос. Странно, что при этом пояс не выиграл. Ну и далее смотрел я матч 2 на 2. Запомнился персонаж по имени или никнейму Чуи с прической 220 вольт. Ну, на себе показать не могу. Особо больше нечего вспомнить. Акробатики маловато, что было ожидаемо. Матч как матч. В конце началась какая-то куча мала. Ну, опять же, скорее, вроде как для зрелищности, для нагнетания. И 220 вольт с напарником победили. Напарника зовут, кстати, Фредди Мачете. И носит он с собой мачете. Надеюсь, муляж от того, как Шварценеггер хищники кинет так. Хап! Никуда не уходи. Ладно. А вот уже потом увидел более-менее интригующее, чем опять же рестлинг отличается от много чего. Это хардкор матч. То есть почти без правил. Можно бить чем угодно, как угодно. Ну, на потеху зрителю. Вышли как раз таки мексиканец в маске, лопатка. И генеральный менеджер, физически достаточно видный, Михаил Никитин. И причем дубасить они не просто так вышли друг друга, нет. Там, если проиграет лопатка, то он снимает маску. Что для Лучидора это просто конец карьеры. Если проиграет Никитин, то он лишается должности менеджера. То есть карьера против карьеры. А это интересно, потому что кто-то что-то потеряет. А так как правил нет, то хоть вмешивайся кто, все равно матч чем-то кончится. Матч был, кстати, длинный, почти 30 минут, может даже больше. Было использовано до хрена предметов, опять фильм «Рестлер» вспоминается, но там жесть почище была. Никитину помогала его жена, рестлер или рестлерша Мефисто, ею проломили стол. У меня чуть сердце не ёкнуло, глядя на девушку, пусть она и крепкая, конечно, но все равно. Как они сами там матом не ругались при этом, загадка, и итог проиграл Никитин. Но было интересно. А дальше было еще интереснее, а именно матч среди девушек. Да ладно? Силанти оживился, да. Вышла чемпионка Рамона со своей подругой Кейси. У Кейси, кстати, фиолетовые волосы. И против нее купальнички Катрин. Ну, могу сказать, на женский матч надо смотреть, а лучше смотреть вживую. Там и оцените, у кого что. А так... чисто женский бой, без особой жести, ну, все-таки надо эстетическое удовольствие получить. Если бы месили друг друга, как Никитин с лопаткой, там, колючей проволокой, немногим бы понравилось, тем более Катрин в купальнике, была бы вся в синяках, ссадинах, крови, это было бы не для здоровых психически людей. Ну и вопли подруги Кейси, по-моему, здоровым людям тоже не могут понравиться. Она мешала тому же. Учитывая, хотя, что они злодейки, ведут себя грязно, то тогда понятно. И Рамон победила, благодаря вмешательству этой самой Кейси. Вопросы к судье очевидны. А так, повторюсь, надо смотреть.
И, наконец, матч за титул, но не основной, что странно, а в легком весе. Причем, по правилам, 2 победы из 3, что, по-моему, нигде не встречается. Могу, конечно, ошибаться. Противостояли друг другу еще один рестлер в маске, Алькор, он же чемпион. И вроде как испанец Мика Бандерас, хотя на испанца он тянет с большой натяжкой. Матч же сам был, кстати, весьма интересный. Алькор настоящий чемпион, очень подвижный. Акробатика просто отвал башки в рамках, конечно, федерации. Ну и соперник тоже хорошо все делал, но намного медленнее. Однако была там пара приемов, вот этот Алькор спрыгнул на верхний канат и обратным сальто сиганул в зрительный зал на соперника. Под зрителей там не было, они разбежались благополучно. А потом также, но уже в ринг он прыгнул. И, кстати, да, формат матча очень интересный. 3 раунда. То есть мало один раз удержать соперника на лопатках. Это надо сделать 2. А если ты силы истратил сразу же, то считай все. Так вот, Бандерас выиграл в 1-м раунде. Затем решил пойти вроде как на хитрость. Вырубил Алькора цепью. А затем удержать решил бездыханное тело. Но сначала ему засчитали поражение, ведь нельзя бить посторонними предметами на ринге. Потом попытался удержать, но не получилось. И развязка оказалась немного странная. Мика зачем-то взял микрофон, вот это мне вообще непонятно. Так в боевиках 80-х годов только злодеи поступали, надо рассказать всю биографию. А только потом пристрелить главного героя или сломать шею ему. А герой затем восстает, ну и вы знаете. Алькор не стал слушать, он через секунду так навалял, что вопрос о победителе стал понятен. Поэтому заслуженная абсолютно победа. И не надо болтать во время матча. Вот что он хотел сказать? В общем, не суть. Алькор победил. А вот есть федерация WWE, всемирно известная. Как на ее фоне матчи NFR смотрят? Слабее, как ни удивительно. Вот тут сравнивать не очень правильно. Рестлинг в Соединенных Штатах существует, если не ошибаюсь, с середины 20 века. И именно вот эта федерация, только с другими названиями. И стала она греметь повсюду только в 80-е годы, то есть через 30 лет после создания. Терри Джин Бале, более известная как Халк Хоган, звезда тогдашнего рестлинга, светился практически везде. Прямо как сейчас Дуэйн Скала Джонсон, которого пихают чуть ли не во все фильмы. Блокбастеры, комедии. Ладно, федерации в США гораздо старше, это раз. А сколько еще федераций там же? Большинство из них на стадионах не выступает. Обычные залы, зрителей немного. Вспомните тот же фильм «Рестлер». Он когда-то выступал перед толпами, а теперь все. Ну, в конце там более-менее что-то приличное собралось. Все примерно как в НФР, вот так. Ладно. Пришел я на соревнования, опасная зона, новая власть, у нас же менеджера убрали, должны представить нового. Зал, надо сказать, небольшой, в основном молодежь, что неудивительно, я себя просто дедом почувствовал. Вышел вначале герой, революционер Лопатка, вызвал на бой любого желающего, вышел некто Юрий Чистяков и наш Лучидор, который, кстати, не акробат совершенно. Просто запинал Чистякова. Юрий в конце так немного ответил, но это ему не помогло. Лопатка победил. Затем наш бывший генеральный Никитин вышел сбитый и колючей проволокой по Лопаткину душу. Хочет реванш. Ну а тут зачитали с планшета, что нет, у вас уже матч, господин Никитин, имеется, назначенный новым менеджером против его личного охранника по имени Александр. А судить все будет Лопатка. То есть Никитина просто решили уделать по полной, поиздеваться. Потому что, надо сказать, Александр этот весьма нехрупкий, учитывая, что Михаил Никитин такой борец, шкаф. Александр выше на голову, и мышечная масса присутствует. Ну и понятно, что когда твой враг судит, то шансов выиграть нет, что и произошло. Опять же, элемент шоу, но мне как-то не очень предсказуемо. Даже для такого нуба в этом деле, как я, Александр, как ни удивительно, победил. А далее я, мягко говоря, охренел. Потому что наш офисный Антон Юдин, мало того, что восстановился, а перелом челюсти дело очень серьезное, если получишь его опять, то кто его знает, что там будет, и против кого он сам бросил вызов. Это Иван Марков по прозвищу Локомотив. По габаритам как раз похож.
С одной стороны, конечно, достойно уважения, но такое ощущение, что сам Антон повредил не только челюсть. Я сомневаюсь, что там сама федерация ему такой матч поставила, потому что комплекция Ивана Маркова не сравнить с Юдиным ни по каким параметрам. Это два Юдина. Тут разница весовых категорий 10. Ну, может не 10, 6 или 7. Как в том анекдоте, ну, по очкам я выиграл. Ну, для виду, конечно, Антон потрепыхался, повырывался, но все равно было очевидно с первой секунды. Зачем такой матч, я не понимаю. Потом вышли полубоги. Ну, девчонки, да, начали что-то доносить словами в зал, но тут говорить не о чем. Актерский талант у девушек намного слабее, чем бойцовский. Постановка начальной школы. Просто, как молодежь говорит, лицо не спадало с руки. Хотелось скорее увидеть бой. Ну, слава богу, не тому, каким они там себя возомнили. Менеджер генеральный прислал сообщение, мол, раз вы боги, бейтесь против всех, кто захочет. Справедливо. И это очень приятно, увидеть весь женский состав. Просто матч замечательный. Не знаю почему, но мне смотреть было приятно. Причем девчонки все разные, каждая в чем-то особенная. И внешне, и по характеру, и немного рестлерский почерк. У каждой свой. А по поводу матча здесь надо смотреть. И не менее важное – слушать. Потому что крики, вопли, диалоги даже. И ухищрения всякие были. Цель рестлинга ведь – это зрелище, развлечение. Вот этот поединок цель выполнил. Полубоги, кстати, победили. Еще один небанальный матч за право биться с чемпионом Москвы. Быстрый по темпу, только успевай смотреть, кто кому чего успел провести из приемов. Надо заметить, соперников подобрали очень хорошо. Здесь отдельный плюс. То есть таких два крепыша в меру массивных. Фредди Мачете и Коли Сифлы. А третий маленький, правда, не сравнить с Антоном Юдиным, но быстрый Валерий Хамов. Он, кстати, очень удачно маневрировал между ребят покрупнее. Тоже, кстати, скажу, есть на что посмотреть. Описывать словами смысла не вижу. И Хамов, футбольный хулиган, победил. После матча вышел сам чемпион Вертиго. Про его выход я уже сказал. Проповедует он, кстати, киберпространство. Опять диалог со злым американцем Тимом. Немного лучше, чем у девушек. Но все равно не фонтан. И снова генеральный менеджер. Как неожиданно, подумал я. Матч был, кстати, весьма любопытный между Тимом и Вертиго. Тем более, что дрались оба хило, негодяя. То есть фишка, кто кого перехитрит. Надо заметить, взаимодействие у рестлеров было на хорошем уровне. И в плане боя, и словесные перепалки, типа «ты честный рестлер, я честный рестлер», учитывая, что оба без подстав не могут. И даже со зрителями контактировали. Был момент, когда Тим хотел закинуть Вертиго в зрительный зал. Казалось, им покинуть срочно места. А сам закинул на ринг обратно соперника. Разыграл. Правда, показал средние пальцы людям. Я, конечно, понимаю, что это образ, но поведение малолетнего к матчу. Техника была просто отвал башки. Делали приемы, перехваты, быстро, четко. Еще один матч, который надо видеть. Вообще, в плане борцовской или бойцовской техники наш рестлинг хорош. Здесь вопросов почти нет. Судя по всему, делается это почти на голом энтузиазме. То есть с тем же WWE не сравнить, где какой-нибудь самый рядовой борец, имя которого вообще не на слуху, получает $1050 в год. И это минималка. Но это WWE. Вертиха, кстати, в итоге победил. Ну ладно, что-то я много хвалю. А есть такая команда Boys Band. Я вот здесь непонятно. Они сами такое придумали, федерация подсказала. Понятно, что они используют роль клоунов. Но просто мальчуковые группы, бойс-бенды, были модны еще в самом начале века. Такие как Backstreet Boys, NSYNC с известным на весь мир теперь уже Джастином Тимберлейком. А на дворе 2017 год. Ну, может, это задумка такая? Клоуны, которые эксплуатируют старую древнюю просто идею. Задача матча была разгрузить, развлечь зрителей, отдохнуть от быстрых серьезных матчей, чтобы под конец были силы. Мальчуковой группе надо было просто отхватить люлей от двух ребят, которые крупнее, сильнее и быстрее, и так далее по списку. Ребята эти были Серж Салливан и Максим Кремнев. Результат, естественно, их победа. Матч шел минут 5, ну может больше. Отдохнули, и теперь как раз изюминка вечера. Двое на двое. Бой за титулы независимой федерации рестлинга. Опять же, участники очень видные.
огромный просто, даже тучный, Антон Дерябин, ростом под 2 метра, вес килограмм 130, при всем при этом очень прыгуч и подвижен. Не танк какой-нибудь неповоротливый, что поражает. Его напарник Владимир Кулаков, ростом, конечно, пониже, но прокачан, будь здоров, дай бог каждому. Опять же, и сила, и борцовская техника выполняет на ринге все на высочайшем уровне. И соперники, чемпионы. Первый Ронни Кримсон ростом и весом Дерябина и мускулатуры Кулакова, конечно, гордиться не может, но, тем не менее, раскидывать и того, и другого вполне получалось. Причем все выглядело естественно и не наигранно. И его напарник Дмитрий Орлов тоже внешне обычен, но вполне крепок, силен, на ринге хороший. Как результат, очень качественный поединок, который, кстати, длился минут 20, но я не засекал. И хочу еще обратить внимание, что буквально в паре безобидных на вид ситуаций даже такой крепкий мужик, как Кулаков, весьма неприятно пострадал. Да, после обычного приема он долго не мог встать. Явно было видно, что что-то пошло не так, к нему подбегали сотрудники мероприятия, тихонько спрашивали, что с ним. Но матч продолжил и закончил, хотя по движениям было видно, что тяжело. Но достойно уважения, как и весь матч. Опять же, только смотреть. И все, кстати, на взаимном уважении. Без подстав, без дешевых речей детсадовских. И победили Кулаков и Дерябин, что лично я считаю правильным. И выглядят и дерутся, как настоящие чемпионы. Но на этом не все. Выбежал потом какой-то паренек, оказалось, зовут его Слава Нискубин, и вырубил Кулакова чемоданом. Напал на Дерябина, ложка дегтя, как я считаю, так как внезапно начался матч. У Славы в этом чемодане был контракт за право драться за титул в любое время, а титул был у Кулакова. Понятно. Ну, лично мне показалось не очень. Человек провел долгий, трудный бой, получил травму, а убегает какой-то выскочка, и нужно драться снова. Да это по правилам, вопросов нет, но впечатление так себе. Этот самый Нискубин просто воспользовался моментом. Один на один шанса бы у него просто не было. Ну а в целом, что скажете? Скажу следующее. Российский рестлинг, по крайней мере, НФР, впечатление оставил хорошее. Не для каждого, конечно, но и футбол не все любят. А ходить и смотреть можно. Вот у меня билет остался на память. А посмотреть можно? Возьми, посмотри. Спасибо. Там еще в конце вышел новый генеральный менеджер. Отменил все матчи реванша и послал то ли нахрен, то ли на три буквы всех зрителей. Ну, судить по одной минуте тут нечего. Опять же, может образ такой. Кто знает.